Я прошу включить повестку дня. Вопрос назначения 21 февраля на 18 часов общественных слушаний о платных парковках. Договорилась с Ходовым о предоставлении Большого зала городской думы. Имеется. Я встретился с мэром, сообщил ему о том, что у нас есть вот такая вот инициатива, что есть такие вопросы, что мы направили в их адрес. Вот. Мэр сказал, что да, мы получаем ваши вопросы и по ним работаем. Общественная палата получит ответ от мэрии по тем вопросам, которые нашими горожанами озвучены. Сейчас процесс подготовки документов еще не завершен. Поэтому до 21 февраля у нас время есть. И вот таким образом я бы ответил на вопрос. Пожалуйста. Сергей Иванович, ну, во-первых, в первые месяцы я не просто так спонтанно выносила предложение, а официальное обращение от инициативной группы, оно поступило в адрес общественной палаты. То если мы инициируем и берем на себя проведение общественных слушаний общественной палаты, надо более лучше это подготовить. Вот и все. Зря сегодня Воронежская городская палата не решилась назначить публичные слушания. Основания не назначения, что нет ответа от мэрии. Но я считаю, что этот ответ не принципиален, потому что как раз таки жители задали вопросы, и мэрия должна была бы предоставить эти ответы горожанам. Заранее их сверять, это, вот, на мой взгляд, не совсем правильно. То есть и граждане решили, подняли вопрос. Если палата считает, что вопрос важный для города, а, кстати, почему он важный? Потому что завтра Воронежская областная дума принимает даже закон, связанный с бесплатной, то есть организацией парковочной деятельности, за плату. Так этот вопрос однозначно важный. И поэтому удлинять срок проведения общественных обсуждений не стоит.